Квиз – это интеллектуальная игра с узкотематическими вопросами. В молодежном центре такое мероприятие прошло впервые. Викторину посвятили празднованию Международного дня театра. Участниками квиза стали ребята молодежных объединений, неравнодушные к этому виду искусства. Эта игра пройдет в форме ЧГК «Что, где, когда». Вопросы от элементарных, с чего начинается театр, да, с вешалки, и заканчиваются руководителями театров. Вопросы были сложные, но члены жюри оценили высокую эрудицию участников. Команды шли друг за другом в балловом соотношении. Победу одержали две команды. Первая – сборная из участников театральной студии и объединения «Слова». Во вторую входили музыканты из объединения «Короткое замыкание». Весело, приятно, что победили, неожиданно. Я отучился здесь в детской школе искусств номер 2. Вот 3 года, 3 курса закончил. Я тесно связан с некоторыми из участников спектаклей театра, которыми я готовили, с которыми я занимался в детской школе искусств и которыми я готовили к поступлению. Правда, рады, что мы приняли участие в этом квесте и что нам удалось победить. Также рады, что нам вообще выдалась возможность поучаствовать в таком квесте и показать свои знания, а также просто провести хорошо время с ребятами за увлекательной игрой. Все участники получили дипломы, а победителям вручили памятные подарки. Главное, что у ребят появилось желание поближе познакомиться с творчеством артистов Саровского драматического театра и посмотреть постановки мастеров из других городов.